Золотыми буквами вписаны в летопись нашей страны. И особое место среди них занимает героическая Одесса. Я приглашаю на эту сцену актрису, о которой сказать, значит, ничего не знаю. Эта актриса 15 лет пошла в медсанбат, в эвакогоспиталь, простой медсестрой. И проработала всю войну. Ветеран Великой Отечественной войны. Народная артистка СССР. Ирина Кузьминская. Женщина легенда, которая участвовала в освобождении славного города героя Одессы. Прошу, не теряйте.
еще одну песню для вас, и тоже очень известную и очень знаменитую. Она называется «Сережка с малой пробкой». Алина Быстрицкая.